Предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Выдающиеся исполнители», посвященную народному артисту СССР Сергею Яковлевичу Лемешеву. Передачу ведет наш музыкальный комментатор Всеволод Тимохин. Звезда печальная, вечерняя звезда, твой луч осеребрил увядшие равнины и дремлющий залив. И стройно тополи в долинах вознеслись, где дремлет нежный мирт и темный кипарис, и сладостно шумят полуденные волны. Сергей Яковлевич Лемешев пел романс Римского-Корсакова на стихи Пушкина «Редеет облаков летучая гряда». Голос замечательного певца хорошо знаком миллионам слушателей. Невозможно не поддаться его очарованию, красоте, пленительной задушевности. Именно душевность, простота и искренность являются характерными чертами дарования Сергея Яковлевича Лемешева, доставившими артисту подлинно всенародное признание. Лемешева недаром называют певцом любви, радости, молодости. 4 десятилетия в спектаклях Большого театра жили образы, созданные Сергеем Яковлевичем Лемешевым. Ленский в Евгении Онегине Чайковского и Альфред в Травиате Верди, Ромео в Ромео и Джульетте Гуно и Фауст в опере того же названия, Дубровский в одноименной опере Направника и Рудольф в «Богеме Пуччини». Разные композиторские направления и стили, разные исторические эпохи,
разные характеры, но все же есть во всех этих образах одна общая черта, идущая от исполнителя. Герой Лемешева – юный, благородный, трепетный, с открытым сердцем идущий навстречу своей судьбе. Любовь и грех.
прозвучал речитатив и ария Дубровского из оперы «Направника» «Дубровский». Послушайте в исполнении Сергея Яковлевича Лемешева речитатив и каватину «Фауста» из оперы «Гуно» «Фауст». Запись 1946 года. Да, сын.
протяжении всей творческой жизни у Сергея Яковлевича Лемешева оперное исполнительство шло рядом с концертным. В 30-х годах артист начинает регулярно выступать на концертной эстраде, петь русские песни-романсы, песни советских композиторов. Затем Лемешев выступил с уникальным художественным начинанием, которое до него еще никто не предпринимал, исполнив в течение 5 вечеров все романсы Чайковского. Это была очень смелая, казавшаяся многим неосуществимой идея, которую артист блестяще реализовал. Глубокая поэтичность, проникновение в самую сущность музыки, непосредственность переживания, мягкий лиризм проявились с особенной силой в интерпретации Сергеем Яковлевичем Лемешевым вокальной лирики Чайковского. Послушайте в исполнении певца два романса композитора: «Колыбельную» на стихи Майкова и «За окном в тени мелькает» на стихи Полонского. Thank you.
За окном в тени мелькает русая головка. Ты не спишь, мое мучение, ты не спишь, плутовка. Выходишь ко мне навстречу жаждой поцелуя, к сердцу сердце молодое пламенно прижму я. Ты не бойся, если звезды слишком ярко светят, я плащом тебя одену, так что не заметят. Если сторож нас окликнет, назовись солдатом. Если спросит, с кем была ты, отвечай, что с братом. Под надзором богомолки, ведь тюрьма нас кучит. Неволе по неволе, научит. А сейчас мы хотим предложить вашему вниманию редкую запись Сергея Яковлевича Лемешева «Ариоза Германа» из первого действия оперы Чайковского «Пиковая дама». Артист никогда не выступал в этой партии на сцене оперного театра, однако записал сцены из «Пиковой дамы» для кинофильма, и оказалось, что эта музыка, всегда ассоциировавшаяся у слушателей с тембром драматического тенора, замечательно соответствует неповторимому голосу Лемешева, в чем вы можете сами легко убедиться. Прости, небесное создание, что я нарушил твой покой. Прости нас, страстного, не отвергай признания. Не отвергай с тоской. О, пожалей, я умирая, несу к тебе мою мольбу. Взгляни с высот неба, края на смертную борьбу души, истерзанной мучением любви к тебе. Пожалься, и дух мой лаской, сожалением, слезой твоей согрей. Ты плачешь, ты, что значит эти слезы? Благодарю тебя.
Поистине легендарную славу приобрело исполнение Сергеем Яковлевичем Лемешевым партии Ленского, которую он спел на сцене 500 раз. Один из критиков писал: «Образ Ленского в изображении Лемешева полон неповторимого обаяния. Каким надо быть мастером, чтобы петь с такой легкостью, непринужденностью, так естественно и красиво? Это подлинное искусство бельканта оттого так совершенно, что в каждом звуке живет душа, каждый звук полон жизни поэзии». Я люблю вас, Ольга, как одна безумная душа поэта. Еще любить осуждена. Всегда везде одно мечтание, одно привычное желание, одна привычная печаль. Я отрок был тобой клянённый, сердечный тут еще не знак. Я был свидетель их младенческих забав, где них хранитель найду правы. Я разделял твои забавы. Передачу «Выдающиеся исполнители», посвященную народному артисту СССР Сергею Яковлевичу Лемешеву.